Коллеги, Prodexpo 2022 на ваших экранах, а рядом со мной Анастасия Псарева, эксперт, бизнес-инструктор по поиску дополнительных выходов. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень интригующее название вашей экспертности, поэтому хочется узнать, дополнительные выходы, насколько актуальны это сейчас? Сейчас это актуально как никогда, потому что после пандемии, в период после, кто-то видит единственный выход или свой бизнес закрыть, или развиваться в одном направлении. Сейчас тенденция такова, что нужно двигаться максимально структурированно и системно, но в нужном тебе лишь направлении. Поэтому вот выстроить именно эту систему позволяет системное продвижение. Реза, по факту вы помогаете выйти компаниям, менеджерам, топам из ситуации, в которых они не видят какого-то конкретного выхода, или этот выход единственный, который они видят, он им не подходит. Получается, вы системно помогаете оглядеться и пойти в нужном и правильном направлении, сразу не теряя деньги и время. Да, все верно. Я пишу специализированные программы продвижения, которые помогают сэкономить время, как вы правильно заметили, бюджет, и двигаться системно на рост и прибыль компании. Расскажите, как выставка нас сейчас вас привлекла, какая сессия сейчас будет, и вы к нам пришли ради какой-то цели? Да, безусловно. Я слежу за трендами, и, конечно же, некоторые мои клиенты представлены здесь. Я пришла посмотреть и себя показать. Все мы знаем абсолютно даже не на уровне бизнеса, а на уровне общечеловеческом, что в какой-то момент мы не видим выхода из ситуации, и нам всегда бы пригодился человек, который просто в простой жизненной ситуации дал бы дельный совет и показал бы ту арку, куда стоит зайти, чтобы выйти сухим из воды или, может быть, каким-то плюсом. И пожелаем удачи вам на этой выставке и надеюсь, что ваша экспертность поможет абсолютно всему бизнесу стать продуктивнее и успешнее. Спасибо большое. Старайтесь видеть запасные выходы, возможности. Спрашивайте совета и отправляйтесь к экспертам, если вдруг вы заузились. Удачи в бизнесе. Спасибо.